Итак, теперь надо мне состыковать мотор с этим верхним редуктором. Сцепления не будет. Просверлил здесь отверстие. Вытащил вот такую втулку. Под шплинт будет. Это диаметр у нас сюда плотненько заходит. Ну, по краям я буду 4 отверстия просверлю. И в тело этой втулки направляющей закручу 4 небольших винта. В общем, вот такая конструкция будет. Так. И вот так она зайдет туда. В общем, до упора зайдет. И надо придумать крепление редуктора. Здесь мощное, надо хорошее крепление редуктора к самому двигателю. На 4 винта болта будет. Так, ладно, двигаемся дальше. Так, вот предварительно закрепил для пробы редуктор. Собрал схему здесь, амперметр. Аккумулятор 24 вольта. Проверим, как работает. Вывел кнопку вместо потенциометра. Сделал не плавное включение, а просто на всю мощность. Так, включаю. Холостой ток, где-то 11 ампер, но пока еще здесь немножко притрется, но здесь десятку будет. Купил вот такую штуку, штанга от триммера. Поставил сюда трусик. Как говорится, вечный леск. Так, для пробы. Посмотрим, как будет работать. Сейчас подключу штангу к редуктору, к мотору. Включу и буду посмотреть холостой ток. Так, вот подсоединил я штангу. Трусиком там на конце. Можно включать и посмотреть, как будет меняться ток. Все вращается. Ампер. Ну, притрется редуктор, подшипники все, будет поменьше. 15 ампер для этого регулятора самый то. Так что можно попробовать уже косить, пока ремня нету, ручек нету, так просто испытаться. Ладно, будем поглядеть. Так, вот первое испытание. 24 вольта аккумулятор. Подключаю. Пока без ручек, без ремня. Кнопку управления. Посмотрим.